Всем привет! Вы на канале Живой Кипр. Сегодня у меня для вас презентация. Закрытый старт продаж. Самые первые дешевые цены на пресейле. Хорошая локация, интересный, небольшой, компактный, уютный проект. Не забывайте ставить лайки, подписываться. Мы начинаем. Друзья, мы переместились на локацию проекта. Сейчас мы находимся в поселке Ени-Базичи. Это преимущественно малоэтажная застройка. Наши соседи все респектабельные комплексы. Например, за моей спиной проект Олив Корт. Очень дорогой, престижный. И напротив находится наша стройка. Как видите, застройщик уже залил первый этаж. Локация удачная, удобные транспортные подъездные пути. Застройщик обещает в 2025 году летом сдачу. Они гласно уже мне намекнули, что сдача будет происходить в конце 2024 года, поэтому стройка будет завершена быстро, инвестиции надежные. Ну и считаю, что проект весьма неплохой. До моря меньше 700 метров по прямой, 950 пешком до хорошего пляжа Саламис. Сегодня я хочу презентовать для вас один из наших проектов, который вышел буквально несколько дней назад на русскоязычный рынок СНГ и Европу. Проект называется «Симары». Находится он в самом центре, получается, района Ени-Базичи. 700 метров от большого отеля «Саламис» и находится в тихом живописном месте. Всего дом будет включать в себя 4 этажа, и уже со второго этажа будет вид на море. То есть все квартиры будут видовые. Первый этаж – это будет паркинг и подземный паркинг. И последний, пятый этаж мы взяли как бар, зона барбекю и зона релакса для наших гостей. Тут будет основная дорога, которая проходит между Фамагуста и Скеле. Вот он сам «Саламис», и вот он получается дом. Дом будет облагорожен живой изгородью. Из инфраструктуры тут только будет бар наверху и подземный паркинг. Других каких-то условий, как бассейн, детская площадка, тут не предусмотрены. Получается, сам вид дома, 4 этажа. У каждой квартиры будет свое отдельное парковочное место, которое уже входит в цену квартиры. Всего в доме будет 14 квартир, из них одна будет 2 плюс 1, одна 3 плюс 1, и остальные 12 все 1 плюс 1. Это будет планировка квартиры 3 плюс 1, она будет одна на самом последнем этаже с видом на море со всех сторон. Это будет гостиная. У нас будет не только стандарт, у нас будет доступный дизайн-пакеты для наших покупателей, которые будут доступны за 3 месяца до того, как будет готов дом. То есть покупатель покупает, мы пишем за 3 месяца, у вас наступают отделочные всякие материалы. Клиент либо прилетает, либо онлайн, мы выбираем все, что они хотят, начиная от покрытия полов до покрытия стен. Это все будет доступно для наших покупателей. Кухня будет соединена, получается, с гостиной, стандарт Кипра. Единственное, что в нашем проекте все спальные комнаты, они будут больше, чем обычно представлены на Северном Кипре. Мы делаем примерно от 14 метров квадратных до 21. То есть мастер-бедрум будет намного больше, чем обычно представлены на Кипре. Ванные комнаты тоже будут примерно от 7 квадратных метров. Балконы будут примерно от 8 метров до 7 метров. Они тоже будут различаться от, получается, планировки квартир. Сейчас, в данную минуту, мы видим 1 плюс 1. Тоже будет кухня, получается, соединена с гостиной. И если, допустим, клиенты захотят, можно будет сделать отдельную перегородку. Спальная комната, видовые окна будут на море, несмотря на то, что это на другой стороне, получается, дороги, море будет видно со второго этажа. Кухонные шкафы будут у нас не совсем стандарт, который сейчас тоже представлен на Северном Кипре, это будет гораздо лучше качеством, и сами шкафы будут тоже, получается, до потолка. То есть вариации всех квартир мы, как дизайн-пакет, мы уже представляем. Что еще будет, получается, гардины, цвет стен, из экстра, думаю, если они захотят, только изменить покрытие в санузлах. Кто-то хочет ванну, кто-то хочет душевую кабину. Ванна, в принципе, у нас тоже будет помещаться. За экстра? За экстра. А гардины в базе у вас? Гардины в базе. Это Но гардины, это, получается, занавески, да. Да? Стандарт, получается, пластик, он будет в базе, если кто-то хочет там изменить на дерево и так далее и тому подобное, это уже, конечно, за отдельную плату. Изабелла, скажите, пожалуйста, подробнее о комплектации ваших квартир. Очень красивые картинки. Расскажите подробнее, что будет, какие будут входные двери, какие будут отделочные материалы. И очень интересно про кухню еще узнать. Смотрите, в отделочные материалы стандарта, это то есть не дизайн-пакет, уже будут входить кухонные шкафы, получается фартук, столешница и раковина. Цвет кухни и материала будет выбирать клиент сам. Главное заранее нам это все сказать и обговорить. То есть, если хотят красные, мы делаем красные. Если хотят белые, мы хотим белые. Если они хотят что-то по ходу изменить, мы тоже будем менять. Тоже не проблема. Кухня у вас до потолка. До потолка, да. Из чего будет сделана столешница? Столешница будет сделана из камня. Либо... Из чего будет сделана мойка? Нержавеющая сталь. Да, фартук. Фартук – это будет керамогранит, который будут выбирать также люди под свой вкус и цвет. Подвесные потолки, дополнительное освещение. Не будет входить стоимость подогрев полов, это тоже за экстра.
То есть в стандарт будут входить двери межкомнатные. Теплые полы в санузле – это экстра. Все экстра, да. Полотенцесушитель. Он будет включен. Угу. Также будет, получается, зеркало, мини-шкаф, душевая кабина из стекла, закрытая с одной стороны. И получается сам душ. Все, это, как, все как на картинке будет. Плюс-минус, да. Только цвет будет отличаться. И заказчик имеет право выбрать цвет. Да, цвет. Отлично. Главное все это говорить заранее, чтобы мы не поставили, а потом уже меняли. Но единственное, что если дом будет, допустим, уже сдан стопроцентно, и мы уже сделали ремонт, человек уже не может ничего поменять. Допустим, если мы уже установили белые шкафы, то мы уже менять не будем. Ну и давайте по спальне пробежимся. То есть вот такие красивые шкафы, шкафы у вас купе? Будут во да. всю высоту. Если кто-то захочет зеркала, этот тоже будет отдельно обговариваться. Если кто-то хочет отдельно зеркало тут, это тоже будет обговариваться. В целом у нас спальная комната будет 18,5 квадратных метров. А покупатель может на свой выбор поменять, например, взять паркет вместо плитки? Ламинат? Да. Ламинат и плитку можно будет выбрать. Можно менять да. по своему вкусу. Паркет, к сожалению, на Кипре не представлено. Паркет здесь называют ламинат. Ну да. Изабелла, скажите, пожалуйста, какая будет в этом комплексе инфраструктура и какая будет ежемесячная плата мейнтенанс за инфраструктуру? Смотрите, в этом комплексе мы сейчас предоставляем отдельно стоящий, получается, панорамный бар на 5-м этаже, который будет доступен для всех наших жителей, для людей и друзей. Что еще? У нас будут отдельно парковочные места для каждой квартиры и плюс несколько гостевых парковочных мест. Если кто-то будет приезжать в гости, то будет также предоставляться отдельное парковочное место. Тут также будет пешеходная зона и отдельно получается немного зеленых этих, как его, господи, как садик. Зеленый сад, да? А еще здесь будет у вас зона барбекю. Зона барбекю получается, зона бара. И зона отдыха для наших гостей. Вот такая прекрасная лаунж-зона на крыше. Вы сможете, собственники квартир могут жарить барбекю совершенно бесплатно. Да. В оборудованном месте. На балконах уже барбекю нельзя ставить. Нет. По технике безопасности. Какая будет примерно плата? Примерная плата сейчас на квартиру 1+1 будет 20 фунтов в месяц. Также в этом доме будет представлен лифт. И получается уборка, уборка всех садов, зеленых ограждений и так далее подобное будет представлена нашей компанией. Изабелла, скажите, пожалуйста, подробнее о плане оплат. И, насколько я понял, у вас он гибкий, вы можете его менять под заказ покупателя. Да, смотрите, сейчас у нас есть, допустим, стандартный план оплаты. Это 5000 евро, либо долларов, либо фунтов депозит. Остальные 40% мы берем как первоначальный взнос в течение месяца после вноса депозита. Остальные 30% до получения ключей. И самый остаток 30% это будет, получается, рассрочка, которая дается на 1 год беспроцентно. А если ваш покупатель захочет перепродать, инвестор захочет выйти, на каком этапе он может это сделать и сколько это стоит? После 70% оплаты уже можно, получается, будет перепродавать по цене, которую захочет, получается, покупатель. Компания, мы не будем миксовать. А сколько это стоит? Переуступка контракта? Да. Это будет, получается, взнос регистрации заново в земельный комитет. И, как показывает практика на Северном Кипре, 2000 новый договор, 2000 фунтов. Ну, то есть, по вашему плану оплаты, понятно, что 70% это к моменту вручения да, ключей. Если, например, я хочу продать раньше, до ключей, то я могу вперед заплатить на 70% и до ключей перепродать. Да. Но если будут какие-то, опять же, срочные ситуации и тому подобное, мы можем обговаривать все. Наша компания старается быть друзьями для наших клиентов. Угу. Поэтому все это будет обговариваться. Ну что ж, друзья, по-моему, хороший, уютный, красивый проект. И самое главное, немного юнитов. Это очень уютный, компактный проект. Квартира 1+1, 50 квадратных метров, друзья, за 89 тысяч фунтов. Все верно? Верно. Дим, ну как тебе в целом презентация, как проект? Расскажи свое мнение. Слушай, ну в первую очередь хочу отметить самые классные, на мой взгляд, преимущества. Это локация, конечно же, потому что в этом районе квартиры обычно не обладают какими-то видовыми характеристиками. Здесь же, наоборот, локация такая, что со второго этажа открывается вид на море. Это прям огромное конкурентное преимущество. Еще напрямую можно, практически напрямую, до отеля Саламис, до пляжной зоны дойти. Это тоже отлично, потому что жители немножко других районов, южнее или севернее, у них нет прямого пешеходного перехода через дорогу. Это тоже очень важно.
Ну и, конечно же, закрытые продажи, самое главное, это все за себя говорит. Цена за, за эту квартиру в этом районе, она достаточно низкая, ниже рынка. Поэтому я думаю, это вообще отличный вариант. Да, друзья, отмечу, что верхний этаж продан, там были квартиры 3 плюс 1 и 2 плюс 1. И у нас остались для вас квартиры все с планировкой 1 плюс 1, 50 квадратных метров на третьем, втором, первом этажах. Квартир немного, поэтому не затягивайте с принятием решения. На мой взгляд, очень хорошо и для инвестиций подойдет, и для перепродажи, и для аренды, потому что характеристики такие уникальные для этого района, и для жизни тоже. То есть такой уникальный, в принципе, проект. Под все цели подойдет. Ну ладно, спасибо за мнение. Пожалуйста. Наша компания Kipro Homes любит наших партнеров и приготовила для вас небольшие презенты. Очень приятно. Большое спасибо. Пожалуйста. Это все мне. Это все вам и вашей компании. Вот такая у нас крутая работа. Друзья, приезжайте на Кипр. Здесь такие радушные и гостеприимные застройщики и агенты. Мы вас ждем. Ну а сейчас, друзья, мы переместились на берег моря, как мы уже упоминали на презентации. В 900 метрах от нашего проекта находится отель «Саламис». Сейчас мы находимся на пляже этого отеля. Как вы знаете, пляжная зона не перекрывается на Северном Кипре. Вы можете пройти абсолютно на любой пляж. В том числе вы сможете проводить время и на этом пляже. Ну и вообще, в Йенибазиче проблем с пляжами у вас не будет. Вся береговая линия, здесь сплошной песчаный пляж, без волн, с пологим входом в море. Купаться здесь всегда очень комфортно. Друзья, напоминаю вам, что вы можете получить подборку объектов, отвечающую вашим критериям, заполнив анкету в описании под видео. А также вы можете получить доступ к закрытым продажам, а это самая низкая цена. Ну а я надеюсь, что сегодняшний ролик был вам полезен, сегодняшний проект вам понравится. А я на этом прощаюсь с вами, желаю крепкого здоровья, хорошего настроения. До встречи на канале «Живой Кипр».